И вот смотрите, победитель оставляет на перчатке свой автограф. Сегодня мы проведем аукционный день боксерских перчаток, и один из вас уйдет сегодня домой с перчатками. Аплодисменты. Спасибо. Амран Акбари, Иран. Синий мастер спорта международного класса Виталий Волков. Спортивный клуб «Лидер», город Катар. Нам приятно, что Сергей наших арбитров на сегодняшних соревнованиях, судья международной категории, наш гость из Ирана, менеджер национальной сборной команды Ага Кавасима. Первый раунд. Поддержка, чемпион Азии.
среди юниоров. Участник чемпионата мира в Чикаго 2007 года. Чемпион Ирана 2008 года. Его тренер и секунданты Калабриза Карини и Акбар Агаги. В красном углу Амран Акбари. Вот, кстати, забегу вперед и скажу о том, что Виталий Волков тоже участвовал на чемпионате мира в Чикаго, в Соединенных Штатах Америки, в 2007 году, где завоевали спикерские лицензии на Олимпиаду. Я потом расскажу о том, что это. Поддержка зала! Спорта международного класса. Выступая на Кубке мира в 2007 году, добился бронзовой медали. Шестикратный чемпион Украины. Чемпион мира среди военнослужащих ФИЗИ. Совершенствует спортивное мастерство под руководством Владимира Букалова, заслуженного тренера Украины. В синем углу Виталий Волков. И вот я продолжу, что последний раунд. Поддержка там.
работать.